Слушай, давай так. У нас есть пароль. Лягушка. Правильно? Если мы говорим «лягушка», они нам не отвечают, значит, мы их в расход. Если отвечает «лягушка», значит, мы их спасаем. Хорошо. Нормально? Да, нормально. А хочу порекомендовать вам один из лучших проектов по SCP. Если вы всегда желали окунуться в атмосферу работы в фонде, то, несомненно, переходи по ссылке ниже и начни новую жизнь. Лягушка? Я сдаюсь. Лягушка? Я сдаюсь. Слышь, сдаюсь. Лягушка? Чего? Говорю, лягушка? Нет, диджей. Все, шраф, валим его, валим. Да не надо, ну, я так и думал. Блядь, ушел. Короче, все, последний шанс. Слушай, Миша. Лягушка? Лягушка? Нет. Мочи его, я отвернусь. РП-действие закурил сигарету. Так, забрал. Смотрите, ребят. Если я умру, вот это оружие вывести из комплекса, ясно? Понял. Оно секретное и не должно достаться никому, кроме нашего фонда. То есть, значит, продавать его Ашоту нельзя? Ну, это естественно. Мы поняли. Передать окей. На хранение в другую эту. Хорошо. РП действие спрятал крестик за спиной. А, что так? Бляха. Так, ладно. Придется воспользоваться. Чем? Оружием? Шатай его. Этим оружием. Его. Шатай его, давай. Если мочи. Если вооруженный выжил, в принципе, можно вывести, если не... Я сам, знаете, до конца не знаю, у меня не ко всему доступ есть. Я это, только вчера пришел. Давайте, короче, товарищ знает. Товарищ, вы знаете, что это за говно? Как оно работает? Да, я с этим работал. И чё, что оно делает? Ну, я не работал. Да, зачем? Я вроде бы первый день, зачем я должен знать, что работать. Слушай, оранжевый. Что, говори. Говори. Мне что-то не очень нравится, что их в два раза больше, чем нас. Что-то мне ты-то тоже не нравишься. Я тут в уголку тогда постою. Только не пиздите. Не бебаться. Ага, все, давай съебемся отсюда. Сука. Да, можно мы уйдем, просто вам мешать не будем. Да, идите. Давай, пойдем. До свидания, так. Иди сюда, оранжевый, иди сюда. Уебки! Слышь, я в них ключ спиздил. Я в них карточку спиздил. Слышь, я в них карточку спиздил. Серьезно? Да. Блядь! Там есть чекпоинт? Сейчас скажу. Да, есть. Пиздуем отсюда! А, блядь, открывай! Ага. Сука! Вот тут нашего трахнули по полной прям. Бля, жалко. Ай-яй-яй-яй! Собака нет. Фу, нахуй. Ученый, там пиздец, ой, там собака. Скинь вот это, да. Скинь. На, все, простите, там собака, все, пиздец. Собака? Сюда идем. Шо? Там какая-то псина ебаная. Зомби. Пиши черную жижу, как ее уберем? Какого она роста? А, роста примерно... Примерно вот пиздюк с кепкой. Ну, то есть школьник с кепкой, да? Это ты, что ли? Ну где... Не, это где-то метр с чем-то, блин, я не знаю. Метр с одним, с одним футом. Ага, что? Дашка, встань в этот угол. Ну и чё? Короче, такое ощущение, что 939-й и как-то, я не знаю, как, но 106-й. 106-й? Нет, ну да. Зубы большие, красные, собаки. Не, ну... На зубы большие это 939, скорее всего. А большая черная жижа это 106. Я себе, блядь. Там что, там кто-то есть. Народ, спасите нас. Кто? О, блядь, братья, привет! Братья! Чё там? Братья, да, братья. Говорят, что с вами увязал. А это что делать, да? У нас есть дышка? Я им помогал, немного. А там кто-то едет, мне это не нравится. Позиции встали, на позиции встали. Я их камнями забью. Пушек сюда внутрь зайдите. Сейчас зашел. Дашки, отойди. Дашки. Понял, не мешаю. Мне просто интересно. Пиздарь! Она ощущается на это. Звуковые вибрации. А ну-ка, я себе в жопу стрельну. Попробуем? Давай. Давай! Ну чё?
Попал. Бля, брат, сбежал наш. Я буду вашим братаном за замену. Ты, блядь, ты как матери нахуй это скажешь? Едет. Тот едет. Он у нас сожрёт. Она тут. Она идёт туда, закрывай. Ты всего лишь SCP-объект и больше ничто. Чуваки, она похожа на собаку, правильно? Я, короче, до этого кинологом работаю, я могу попытаться... На кошку, блядь. Да мне насрать, я кинологом говорю, работал. У меня кошка была тоже. Много тебя не знали. Ну, бля. Я хочу помочь просто. Ты хочешь её приручить? Ты что, дурак, блядь? А чё такого? Ну, закрой! Здорово, блядь. Как здесь оказалось? Да чё ты, блядь? Чё, она есть там? Да, она уходит. Идите за мной, братья. Идите за мной, я вас спасу. Я вас выведу. Идите за мной, братья. Да не, беги. Не, чё ты перехотел? Всё. А что там было, Рама? Там пизда. Вчера помните меня? Я вопрос. Не надо нас. Вы можете нас спасти, пожалуйста. Смотри, его сейчас забанят. О, все. Ванихоп на сервере запрещен, ты улетаешь бан на полчаса, иди нахуй, говно. Здравствуйте. Добрый день, вы нам поможете, пожалуйста, тут немножко кобзда. Добрый день, вы нам поможете? Да, мы прокачиваем. Можно кое-что скажу? Я сообщу важную информацию. Там админы, короче, срач устроили немножко. Ой, тут кто-то насрал. Это моя идея. Я первый сказал. Плагиатишь. Все. Я как мы только выберемся, я, короче, на тебя в суд подам. Проходим, ребята. Стой. Ага. Вышел быстро. Вам повезло. Пошли, блин. Стой, иди, я не понимаю. Определитесь, блядь. Сейчас выйдете, еще траву будете красить. Не надо! Ты так руками жопу прикрываешь. Специально. Ты я понял. Опа-на! Я предатель. Хаос, ебать. Enemy down. Нет! Ой, блядь! Я тоже сдох! Угадай, кто тебя развязал! Я не знаю! А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.